Друзья, у каждого из нас в жизни бывали такие ситуации, когда нам хотелось воскликнуть, а мы ж говорили, и именно это мы и сделали, когда узнали следующие цифры, а именно соотношение эффективности небезызвестного турецкого БПЛА под названием Байрактар, по соотношению сбитых беспилотников, скажем так, деактивированной техники противника. И да, друзья, напоминаем, что война — это всегда плохо, и мы за мир во всем мире. Так вот, посчитано, сколько армянской военной техники было уничтожено Байрактар ТБ-2 во время армяно-азербайджанского противостояния за 24 суток. Информационный ресурс Clash Report посчитал, сколько армянской военной техники было уничтожено за счет использования беспилотного авиационного комплекса Байрактар ТБ-2. Так, по данным ресурса, за 24 суток этими беспилотниками было уничтожено или повреждено 633 единицы техники ВС Армении и Нагорного Карабаха. Из них 114 танков, 43 боевые машины и пехоты, 141 артиллерийская система, 42 единицы радаров и систем ПВО, 249 военных автомобилей и 44 склада и пункта управления. И знаете что? Помнится, как кто-то на всех ресурсах рассказывал сказки, что, мол, наши ПВО нащелкали этих байрактаров как орехов по осени в Ливии и Сирии. Ничего они не могут, и вообще вы все врете. Ну и чё? Где ваша статистика? Как говорят, факт налицо. Так что не нужно, как говорил классик, петь военных песен.